Меня зовут Регина, мне 16 лет. Я живу в детском доме. Это моя воспитательница, но я не сирота. У меня есть мама, папа и братик. Но они бросили меня, и для меня моя семья – это воспитательница. Хочу сказать спасибо моей воспитательнице. Она заменила мне маму и дарит мне свою любовь каждый день. Я очень рада, что есть такие добрые люди. И хочу сказать каждому, кто находится в такой же ситуации, как и я, цените, берегите своих наставников.